Кабачок колдун. Отличный диетический овощ кабачок колдун. Он является раннеспелым сортом и одним из самых любимых овощей садоводов-огородников. Длительность его плодоношения позволяет использовать его в кулинарии и для консервирования на протяжении 60 дней. Благодаря компактности куста не нуждается в трудоемком уходе. Этот сорт кабачков имеет цилиндрическую форму плода с нежной мякотью высоких вкусовых качеств. Для выращивания кабачков колдун необходимо выбирать плодородную легкую почву, а также использовать севооборот. Лучшими предшественниками для высадки семян кабачков являются картофель, ранние овощи и лук. Семена высевают в грунт в конце апреля, когда температура окружающей среды станет стабильной. Необходимо соблюдать расстояние между лунками, которое должно быть не меньше 60 см. После всходов тщательно следят за поливом, рыхлением и прополкой междурядий.